Эта улица Кадыраке является частью автотрассы Туп-Каракол. Реконструкция дороги, начавшаяся весной этого года, практически подошла к концу. Доступ к проезду по новому асфальту, по словам строителей, будет открыт буквально на днях. Новая дорога на этой улице оснащена всеми ирригационными сетями. Кроме того, на тротуар мы специально оставили 3 метра в ширину, чтобы в будущем построить на ней велодорожку. Сметная стоимость ремонтных работ на этом отрезке составила 77 миллионов сом. Еще одну из улиц столицы Сыкульской области можно вычеркнуть из списка нуждающихся в ремонте. Сейчас здесь укладывают второй слой асфальта. Отметим, что за этот год всего по области подлежит реконструкции 32 километра дорожного полотна. 3-4 дня, и мы закончим все работы на этой улице. По планам, эта дорога последняя в Караколе, где идут работы в этом году. А в Балыкчи ремонт на улице Тынистанова мы закончим в октябре текущего года. Но если в Караколе и других городах Иссык-Куля идет активная работа по восстановлению дорожной сети, то главную автотрассу Балыкчи-Курумду который год все никак не могут завершить. А ведь от магистрали зависит и приток зарубежных гостей в регион. Турсезон завершен, но успеют ли строители сдать дорожное полотно к следующему, вопрос пока открытый. Мерим Кубаначбек, КЗ, Эльчибек Штобаев, Новость Ушперем.